ехать надо. Ну да, или давай я. Никого! Первая, не первая уже, которая остановка. Это вот пробка произошла. Вот такая вот. Лёва. Наши туристы, как папа их называет. Все, да, Дима? Будешь бутерброд? Не, спасибо. Чип и Дейл. Все, все постояли, все отдохнули. Господи, прошу прощения. Да, что, как вы? Замечательный. Ромашка. Привет. В незабудках и в какашках. Как вам поездочка? Даже Андрей молчит, суперский. Бога. Я думал, он остановился там с природой, поэтому не баловаться. Ты что, взрыв, да? Конечно. За поездку. За поездку. О, да, как обычно. Вот. Под язык положил, вместо болезнова. Крутой кадр я попался.
А вот оттуда она? А вот отстают. А вот где вот это вот усердие видит? Да, ну подымемся же сейчас. Оператор. Я по траве ехал. Жена там 7 раз перекрестилась. Она, наверное, больше со мной не поедет. Гибон, там что на моей делике? Нормально пройду? Да, просто камни тут насыпаны. Ну, в принципе, нормально. Вот. Я вот тоже задался этим вопросом сейчас. Так, что, пойдем посмотрим на землю. Вершина. Ну как, почти. Макс, а что она у тебя так курит? Это пахнет страх. Опасное место. Компания вы была сейчас у нас. Вон по той дороге нам спускаться. Да, будильник. Пассажира подберете? Это мне не страшно. Наскочит, пускай не сразу. Вот сюда руль еще. Нет. Поехали. Он об этот. Сюда руль. Стоп. Теперь выравниваем в ту сторону. Что у нас тут? Пузом сядет. Стоп. Аккуратненько, аккуратненько. Не проходит только нежный. Ты тут смотри, стоп. Да, пускай там. Давай следующий. Я так не поеду. Там у нас. Как вам? Поездка. Да, это самая лучшая поездка, что я когда-либо видел. Теперь Дима. Не упал. На земле стоит. На меня пришлось видео остановить, ехал. Все. Опасный момент. Наш командир приземлился. Стукнулся чем-то. Расскажите. Че, нормально все, слава богу, вроде бы спустились, блин. Надеюсь, больше таких подъемов тут не будет. Поездка выдалась ничего, так нормально. Вон красота какая. Впереди. Кто знал, что так? Дай-ка все эти два фонора, которые затонули. Все, можешь стартовать. Это Макс. Леша вот на прадике. А, ну вот это было, да. Он видно, что он такой. Не получу, не сейчас прошу. Психопат. Газ в пол и утонул.
Вот надо пробить. Да что такое у вас? Ну что на холостую глупница парень, на понижайте лучше. Я капец, у меня вся голова в пыли. Вообще, ну поездка классная, правда жопа уже квадратная, но нормально. Поселок Женишке, доехали до первых домиков наконец-то. Да-да. Вроде чуть-чуть осталось, время 8:07. Дорога выдалась нормальная такая, веселая, не скучная нифига. Вот люди живут, а мы жалуемся. Посмотрите сами. Что-то течет, что ли, сзади? Там вода, наверное. Ну, хорошо, что вода просто. Ты ведущий был? Да, да, да. Тебе и карты в руки. Ну, я извиняюсь, фонарик светит, он сам включается. Маршрут был интересный, местами сложный, но очень красивый. Вот. Долгий, но, тем не менее, интересный. Вот, наверное, каждый для себя нашел что-то в нем. Вот. Надеюсь, завтра мы еще посмотрим чудесное озеро Кольсай номер один. До второго, наверное, сил уже не хватит подняться 9 километров пешком. Благодаря нашей дружной, веселой компании все трудности были преодолены. Вот за что всем большое спасибо. Здорово. Дядя Дима. Вот. Ё-ты-мать. Добавить просто нечего. Вообще он все взял, сказал, да? Да. Блин. Во-первых, дубль 2. Он взял, показал всю дорогу нам. Это неправильно. Он должен был хотя бы какую-то часть скрыть. Ну что там, Леха, ну что там? Что за поворотом? Да я-то не за вас, за всех переживал. Я-то переживал за свой автобус, блин. Вы что там начинаете-то? Слушай, вот за твой автобус вообще нечего было переживать. Мы для твоего автобуса сделали реальную мостовую. Мы создали в реальности около 8. Так, все, мостов. Вы лишаетесь права это говорить там, да, ты, я не знаю. Мы этот перевал просто... Не выходя из автобуса мог проехать. Да, 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 да. Он не чувствовал себя очень миллионом. Кто там из автобуса-то не выходил, блин? Я постоянно там выходил. Все, ему это самое. Ребята копали, создавали тебе уют. Ребята копали, я сам себе копал. Все, блин, кто там? Красивый огонь, костер, пуленька. Скажи мне, ты первый раз, вот, наверное, я так думаю, выбралась? Ну, далеко, да. Ну, в Алмате, мы и сами первый раз так выбрались. Далеко. Давай быстро говори, и я пошел дальше. Все было великолепно, но мы не стали. Ой, все, как всегда. Но дорога, если честно, долгая. Да. Тяжело особо. Тем более, как встать. И только сейчас сколько время там? Неважно. 2:45 всего лишь. Всего лишь. Нормально. Что-нибудь говорите уже. Нам все очень понравилось. Места, конечно, живописные. Иногда, конечно, мы шли пешком. Но ничего страшного, так еще красивее даже эти места. Вот. Маршрут супер. Да. Красиво. Да, иногда даже водитель, я сам шел иногда пешком. Короче, мы два Димки хотим сказать. Дядя Тима, спасибо тебе за твой разработанный маршрут, который ты нам предоставил, по которому выкатились. Я, конечно, хапнул как... Капец, как много для себя адреналина, так что он прям вот
И я вот сюда в 12 часов мы приехали, а выпить хотелось, чтобы адреналин вот он просто из других мест не пошел, а вот просто через рюмку, и может быть он завтра выйдет. Вот. Ну, на самом деле, маршрут был очень интересный. Действительно интересный. Прокатиться по нему второй раз на данный момент не желается. Да, особенно обратно, если ехать, вообще не желается. Если в эту сторону, еще более-менее. Может быть, но позже. На данный момент вообще никакого желания возникнуть. Ехать по нему не возникает. Я бы точно. А обратно по этому маршруту ехать вообще никакого желания нет. Это реально. Но это было классно. Да, было все суперски здорово. И мы надеемся, что вот всякое видео, которое мы сегодня в течение дня снимали, ты нам сделаешь ролик, сделаешь ссылку там в Ютубе своем, и люди, которые будут ехать, ну, даст Бог, разберутся, как им тут легко быть. Не придется, да. Вот быть так вот. Или не быть. Быть ехать или не, или не ехать. Да, все, два Димы, ну, самые клевые два парня. Знаю, кто отправил. Да. Мне тоже очень все понравилось. Места супер, все классно, перевалы, всякие экстремальные наши участки, дороги, да. Как это говорится? Помогали утопленникам, все классно. Сейчас сидим классно, все замечательно. А еще смотрите между двух Димок. Быстрее желание закатывай. Все. Все. Вот и утро. Доброе. Все проснулись и сразу же кушать сели. Два себя самое главное. Спасибо. Все, вот тут вот стоп, вот туда кидай камушки. Зачем ты такие не кидаешь? Ну покажи хоть что-то. Камни не сломай! Первое озеро. Ну правда клево отдохнули. И очень было жалко, что ты с нами сегодня не выбрался. Ну, в нашей группе все как всегда. Все прекрасно, хорошие люди, хорошие знакомые и хорошее время, которое мы провели. Все